Вау, отличный бой с неожиданной концовкой. Давайте глянем повтор. Вот вы, ребят, касаетесь, начинайте бой. Вот отскакиваешь назад, подворачиваешь ногу и падаешь. Как ты сейчас себя чувствуешь? Довольно плохо. Мы много месяцев готовились с моей командой и очень много спланировали, но иногда приходится и проигрывать. Все верно, буду ждать твои новые бои. Удачи! Ты нарываешься! Ну что, ты нарываешься? Итак, ты победил чемпиона номер один после 30 поражений подряд. Кого ты вызовешь следующим? Я собираюсь вызвать чемпиона в среднем весе. Это будет отличный бой, отличный бой! Женского дивизиона! В смысле, Сару Лусиану? Я тебя вижу, принимай бой, Сара! Как насчет твоего дивизиона? Как насчет Роба Назаряна? У него тоже есть пояс чемпиона. Чемпион Роб Назарян? Чемпион этого дивизиона? Да, да, я побью Роба Назаряна. Младшего! Я тебя в пол вмажу! Роба Назаряну-младшему уже 4 недели. Мне плевать, его в порошок сотру. Нам нужен кто-то свежий в этом дивизионе. Давай, принимай бой. А ну сюда иди. А как насчет чемпиона номер 3, Хосе Гомеса? Хосе Гомеса? Именно. Того, который выиграл последние 10 боев? 10 боев и все нокаутом. И все в первом раунде, ты о нем? И последний противник попал в больницу. Был отличный бой. Слушай, у меня нет претензий к Хосе Гомесу. А вот кому есть претензии, это к его сучке. Но собака Хосе Гомеса — это карликовый пудель. Мне плевать, что это карликовый пудель или кто-то другой. Передайте этой псине, чтобы принимала бой. Мне кажется, или ты стараешься выбирать не очень сильных противников. Да я никого не боюсь. Слушай, а знаешь, я это докажу. Я буду драться сам великим чемпионом, взявшим все золото. Я хочу посмотреть на этот бой. Да, я говорю о тебе, Брюс Кинг. Брюс Кинг умер год назад. Мне плевать, я не боюсь смерти. Принимай бой, Брюс Кинг. Не думай, что он примет бой. Его же кремировали. Я вижу его в зале, я вижу тебя. Я тебя изобью, я тебя в порошок сотру. Чё? Чё? Давай, давай сюда иди. Вау, это первый раз в истории, когда боец проиграл мертвому человеку. Что случилось? Ну знаешь, он и правда величайший из всех времен. Ну... Я влетел в него, и он попал мне в рот и начал меня душить. И я сдался. Это был очень страшный бой. Удачи тебе с карьерой. Спасибо. Спасибо большое за просмотр и спасибо большое. Составите лайк под этим видео и составите комментарий, то еще лучше. Я обязательно сам его лайкну. А перевел и озвучу виски. Ага.